Добрый день, дорогие друзья. Вот решил вам анекдот рассказать, мне рассказал друг мой. В общем, заяц, лиса и медведь, ну, сидят в зверинице. Ну, как бы у каждого свои проблемы, болеют. У зайца нос чешется вот так, у лисы лоб, там медведь как бы вот так руками делает, в смысле лапами. Ну и все, и как-то порешили, что надо как-то с этим прекращать. То есть, если кто-то это так сделает, то есть у него возникнут проблемы. Ну, проблемы, то есть, разного характера и все такое. Ну и сидят, а уже как бы все аутентично у людей, у зверей тоже. Но на самом деле, что происходит? Заяц говорит, автобус. Лиса говорит, где? Медведь, побежали. Смотрите на канале YouTube, подписывайтесь под мой Инстаграм. Всего вам доброго.